Всем привет! Сегодня мы рассмотрим баллочку на 80 Вт из серии 733. Это 10-ваттные диоды КРИ американского производства. Китайцы на их базе собирают эти балки. Значит, балка комбинированная, по 2 диода по бокам, это рабочий свет, и 4 по центру диода работают в дальнем свете. Балка отлично становится на вынос радиатора на квадроциклы, то есть она как раз соответствует этому размеру, то есть она порядка там, плюс-минус 40 сантиметров, мы сейчас это отмерим. Крепится балочка на две точки, вот по нижней части балки двигаются вот такие крепежи. Мы специально один комплект распаковали, чтобы было видно, что входит в один комплект крепления, то есть это вот в одну точку площадка, на которой вы регулируете угол высоты. Вот. И все болты, которые необходимы для ее фиксации. На данной балке будет два таких комплекта. Значит, вот эти вот движущие части, они крепятся вот по центру одним болтиком. Болтик, вот он, и шестигранничек, который его фиксирует. При отправке мы всегда проверяем, чтобы количество вот этих болтиков соответствовало количество отверстий, то есть иногда производитель дает с запасом, но то есть не всегда. Значит, из балки выходит совсем небольшой конец провода для врезки. Если требуется комплект проводки, он у нас находится в разделе аксессуары. Там есть на 180 ватт, на 300, значит, в комплект проводки входит реле, предохранитель и переключатель. Если нужно, можете посмотреть там. Так, кроме размера, больше все, наверное, да? Так, ну давайте мы ее померим теперь. Значит, высота балки по корпусу составляет 7 сантиметров. Высота от корпуса до механизма 108,5 сантиметров. И максимальная высота вместе с креплением, то есть это вот вместе с этой площадкой, я это уже знаю, но 9,5 сантиметров. На видео может не сходиться. Прекрасно сходится. Ну, сходится. 9,5 сантиметров. Так, глубина балки 9,5 сантиметров. И длина. Ровно 38 сантиметров. Как я понял, это самая ходовая. Для квадроциклов, да. Для автомобилей немножко побольше. Ну а дальше мы покажем, как балка светит ночью. Комбинированная балка на 80 ватт. 10-ваттные диоды КРИ. Серия 733 номер. Метров в эту сторону, 60 метров в обратную. Балка 733 серии на 80 ватт света, боковые модули рабочего света, центральные 4 дальнего и еще 2 крайние тоже рабочего света. До ворот у нас 200 метров. А вниз? Еще? Еще? И обратно ворот.